Начинаем. Мы начинаем. Начинаем наш репортаж. Не смотрите на женщину в такое время суток. Да я сам. Только тебе такое могу позволить. Как? Моим мужу. Ну хорошо, выспалась. Полин, ну расскажи. Сейчас издеваешься? Нет. А как я? Подожди, почему там ничего не горит, чтобы я знала, что она снимает? Как это не горит? Это специально, чтобы скрытая съемка? У нас все горит. Нет, тут все с твоей стороны, а с моей. А с твоей ничего не горит, я отключил. То есть это чтобы не палиться, да? Слушай, давай мы какое-нибудь кодовое слово придумаем, чтобы ты мне давал понять, что она снимает или нет. А нет, вот это все хлопушки. Хлопушки, может, Пита, хлопушка у Пита. Хлопушка у Пита достала. Пишется, но можно говорить гадость. А короче, она говорит, как меня увидела. Да нет, просто, да, я говорю, Вань, как я тебя увидела, сразу хотелось раздеться. На самом деле, просто в Шереметьево что-то очень жарко. Проверьте кто-нибудь документы этого человека. У какого? Он, вот этого, он подозрительный. У этого человека проверьте документы, он очень подозрительный. Так. А где твой билет-то? Здесь, все хихикает, а билет не достал. Воль, помаши папирочкой. Пока. Пока. Шерегода. Здравствуйте. А вы же видите, он нормально не выглядит. Там хочется просто покончить с музыкой. Медленно и под музыку. All that I have is all that you give me. Didn't ever worry that I come to... Ну давай тут как-нибудь интересненько. Ты можешь интересненько это сделать, а то смотреть скучно просто. Уже все отключились от твоих эфиров. Нежная девушка. Полина просто. Такая нежная туалеты. Девушка. Тихо. Куда мы идем, в туалет? Даже нежным девочкам это туда надо. Я иду туда, ты не знаю. Давайте встретимся здесь. Я буду снимать. Помаши папе ручкой. А ты подожди, я хотела спросить, для чего ты это все снимаешь, если это не эфир? Так это будет эфир. Господи, сколько же надо времени, чтобы это все смонтировать? Слушай, ну учитывая того, что ты писала 15 минут, то долго. Что ты сказал? Какое слово ты сказал? Писал 15. Да нет, после этого слова. Юмор так. В такое время суток, он очень особенный. Да. Об этом должны знать все зрители. Что, кушать захотелось? Так, что тебе взять? Кофе, чай? Водки, как всегда. Ну это шутка, я ничего не хочу, правда, спасибо. Ты можешь водки? Я не буду. Кто нас опаздывает? И вот этот чувак! Привет, бро. Привет. Как ты? Привет. Конечно. Пойдемте. Как ты, ботан? Нормально, отлично. Отлично. На следующий можно. Следующий, да. Будет ли следующий? А, там свободно. Где? А вот там. Туда. Пойдем. Следующий. Следующий хотел ждать. Следующие 3 часа дня. Очень, ну пойдешь сначала. Как ты себя вел? Отлично. Нормально? Да. Как ночь провел? Ночь. Мало спал очень. Знакомая ситуация. Ты вообще на мне ложился? Я вообще не ложился. 2 часа так успел. Какой же он, представляешь? Это же правда. Зайди. Ведем наш репортаж из самолета. Не мы. А ты. Этот человек все время ведет репортаж. Хватит меня так близко снимать. Я сказал близко. Я всем говорю, что у меня карие глаза. Вот видно, что они зеленые. Да? Это что за женщина? Как вы познакомились с своим мужем? Из Багарила я вошла. Turn to your seat. Check that your hand luggage is located in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seat belt. Return your seat to the upright position. Stow the tray table. Open the window blind. All electronic devices must be turned to a flight mode or switched off until the aircraft comes to a complete stop. Larger devices such as laptops
must be stowed in the overhead bin or under the seat in front of you. Так мы ведем репортаж с Грозного. С нами Пит Джейсон. Слушай. Малика Мазаева. Ну. Малика, а это кто? Девочка. Полина Ростова. Полина Ростова. Девочка, вы потерялись? Ой, фото я сделала. Пит, как тебе? Да, отлично, отлично. Погода шикарная. Шикарная, да? Да. Дождь прям в морду. Прям вот как мы любим. Да. Вань, ну сделай мне хотя бы. Пит. Давай, плей. Что ты снимаешь? Нормально все. Самая маленькая, самая голодная. Проводи туда в зал на восточку. Свою дулу направил. Я свою еще не направлял. Как вам Чеченская Республика? Нравится? Нам очень нравится. Нам Чеченская Республика безумно нравится. Итак, мы продолжаем. Почему ты сюда включаешь камеру, когда мы как-то не в самом лучшем свете представлены? Я просто не пойму. Ты за себя говори только. Я за себя, да. Мы это мы. Мы, мы. Так, ну что вы еще скажете мне хорошего? Сейчас идем на площадку посмотреть, как вообще... Слава Богу. Как дела? Отлично, все, здрасте. Все, нормально? Да. Там, смотри, готовятся ребята. Да? Сейчас. А, ты поехал? Я поеду, где Рамзан? Там Султан. А, я понял. Все. Спасибо. Давай. Все, мака репетирует. Мака репетирует. Я ждал тебя одну, я слушал тишину. Каждый звук, каждый шаг, жаль, что-то сложилось не так. Мое сердце громко в тишине стучит, или все это шум помех ночи? Обычный шум помех в эфире. Все понятно? Да, мне... Точно? Вопросов не будет? Нет. Я снимаю? Да. Итак, Иван бежит на сцену, чтобы спеть нам всем, наверное, о любви. Ну, по крайней мере, сопливое вступление об этом свидетельствует. Утирает слезы, слезы утирает. О тебе. О тебе. Все мои. Thank you.
Так, Пит, добрый вечер. Скажите, как вам Грозный? Очень хорошо, как всегда. Хорошо, да? Да. Готовы ли вы к завтрашнему концерту? Я всегда готов. Всегда готовы, да? Давай. А вот это глухонемая. Здравствуйте. Как вам Грозный? Сыро. Что? Сыр? Сыро. Сыро? Сыро принесут? Как вам наше гостеприимство? Вообще никак. Никак? Я буду писать жалобу. Ну что я могу поделать? На нее. На Томила ты за что? На бедненького. А на кого надо еще? На Бовсунова Ивана и на Байсарова Ису. Я им пожалуюсь. Так, итак. Тейлдау тощим. Садох, червоч. Окей, нет. Кто? Здравствуйте. Иса. Маривяна. Суаха Лумаром. Короче, владелец этой камеры вообще не красивый, ненавижу. Я его просто, не знаю, терпеть не могу, я его. Как кунг-фу панда будешь, палочками пельмешки лопнуть. Да? Когда улетаешь? Я улетаю 31-го периода. Хорошо, что так быстро улетаешь, а то надоел бы уже. Я так и понял, за этого я взял сразу. Башить, что-то я и говорю, ешьте. Как вам, Полина? Ну, как мне? Пока я видела только в шикарное место, где мы кушаем. Но сейчас увижу кое-что еще, я поделюсь обязательно с вами. Я вас выключаю тогда. Охранник Шахова зовут, короче. Шах, дерзкий парень, короче, с ним лучше не шутил. Жесть! По-моему, это было тут. А, нет, это не тот ключ. Сорян. Это вообще не тот этаж. Вообще мы не в этой башне. Вот. А, туда пошли? Полин, специально для тебя. Еще выше. Как это мы еще досмотрели, но никогда нельзя снимать? Не сказал, что он резиденция. Что, стой, вон там. Только аккуратно, скользко здесь. Мы идем. Куда идем мы с Кирочком? Нет, через башню сейчас сами можем, туда нельзя. Да, вот так можно. А можно еще вот так. Иди сюда, иди сюда. Иди ко мне. Моя любовь. Неужели моя... ты правда подумал, что я могу не приехать? Моя маленькая девочка не хотела сегодня лететь. Да я так не. Да я. Да ты. Ты рвала. Ал, привет. Как ты? Ал, малыйка, мазал. Как ты? Нормально, да? И ты Да что ты, моя пипеточка маленькая? Пипеточка. Моя маленькая девочка. Моя маленькая. Ты вообще маленькая. Сегодня хотела мне 8 метра нервы сделать, да? Да. А это мне это было... она. Мне... это а она. Смотри, что у меня произошло. Так. Как это некрасиво, Ева. Ребят, сумки наверх, у нас время просто. Вас... Вы пока минут 40. Как ты, братан? Отлично, брат. Ты как? Я как всегда. Как всегда хорошо, как всегда радостный, довольный. И да, конечно. Вот так и надо, брат. Да. Сейчас мы еще покушаем и станем еще добрее, веселее. Ева знает, что же не я снимаю она тебя. Он снимает нас. А ты спала? Нет. Всю дорогу? Вот и щемишь. Ну нет, видно, что маленько заспанная. Ой, я прям вот как бы здесь, да? А ты в каком? 35-м? Ну тут написано 3.05. А я в 37-м. Ага, Ев, хорошо. Да, Даша. Какой номер? У тебя сушняк, да, Ев? Ага. Так, все нормально. Зелено. Ну, вроде нормально, все чистенько. Можно прям колесо делать. Колонна есть. Колесо будешь делать. Угу. Да, как только поем. Да. Так, еще надо обратно. У тебя какой номер?
303? Тут я туда. А я в 307-м, заходи ко мне. А плохо видно? Может, потому что у меня батарейка садится? Может, потому что ты в темном коридоре? У меня номер как футбольное поле, бля. Не могу. Сейчас позовем Зенитовой. Зенитушка! Моя эта девочка. Я хорошо выгляжу? Да. Могла бы и лучше. Могла бы и лучше, конечно. Если бы спала ночь. Если бы спала? А что ты всю ночь? В раковой? Ух, как это было. Я всю ночь... Ела раков? И тусила. Раков ела. Потом была в матч-поинте. А потом в Дорфмане. Завершила все Дорфманом, да? Все завершилось Дорфманом, да. А теперь я не помню, выключила ли я вообще утюг дома. Я уже потом, когда уехала, я пыталась вспомнить, я выключила утюг или нет. Сейчас она свои это, зубы прополоскает. Я просто не могу без чистых. Там, Ев, все знают, что у тебя вставная челюсть. Снимай и получишь так чистить. Как всегда. Потом на корегу прилепишь. Уставную свою училась. А? Почему ты до сих пор не подстригся? Как не подстригся? Шутишь? Подстригся? Конечно. Ты такую длинную прическу себе сделал? Да. Будешь наказана. Да? Да. Да, сними меня, сними. Я красивая. Ты грязная, а не красивая. Нет, я не грязная. Хочешь, сниму низ? Роскошная женщина. Ты грязнуля. Сейчас упадешь. Это Ева Ривас по кличке Стремянка. Фантазио. Ты Стремянка. Ты меня называешь. Да почему ты ко мне приближаешься? Не приближайся. Потому что я хочу, чтобы все видели твои недостатки. Нет, у меня нет недостатков. Я не могу. Эти женщины, бог, это вынос мозга, да? Очков на носу, какая шняга. Вау, красивая вот эта. Поэтому я и не стала надевать. Ой, пирожок, я тебя люблю. Я знаю, солнце, я тебя тоже Я тебя очень люблю. Видео у меня потом все спросишь? Нет. За деньги? За деньги, да. Я же знаю, или... тебе, какой подход к тебе. Или за натуру. Или за деньги. Натур, натур? Ну не надо. Тебе я могу без денег. Спасибо большое вам. Огромное спасибо. Рыбак, рыбака, видите? Ощущение, здесь когда... кормят просто. Вам нравится, Ева, как здесь кормят? Очень нравится, как здесь кормят. Не, не везде. Сейчас еще принесут. Это уже третий стык, что она ест. Еще сейчас стыквочкой принесут. Еще стыквочкой ей принесут. Моей маленькой девочке. Вот я знала, что заказать, понимаешь? Ты вообще умница. Нормально все? Вкусненько? Уха? Один, два, три. Спасибо. Добрый день, друзья. Я очень рада сегодня петь для вас. Я первый раз в Чечне, первый раз в Грозном. И уже видела некоторые ваши достопримечательности. И мне кажется, я влюблена в ваш край. Надеюсь, что еще обязательно у вас здесь побываю. Привет всем! Я в первую очередь хочу сразу же поблагодарить всех, кто занимается организацией этого мероприятия. Это очень хорошее дело, очень правильно. Друг.
Мы исполним вместе песню из репертуара группы «Премьер-министр». Восточная песня для вас. На гитаре я. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что в ней сиренная. Я тебя назвал самый нежный и красивый. О, и это правда. По ночам в тиши я пишу стихи. Пусть твердят, что пишет каждый. Все.